Не надо диктовать мне, как жить. Нет ничего сильнее моей веры и любви к моим родным и близким друзьям. В этом мире мы всего лишь временны. Поэтому слишком мало времени, чтобы обращать внимание на то, сколько у кого денег, у кого какое богатство. На все воля Всевышнего. Поэтому не надо диктовать мне, как жить. Мы зарабатываем деньги, чтобы выжить, а кто-то просто, чтобы показать, что у него их больше, чем у кого-либо. Но скажите мне, что для вас является богатством? Лично для меня это мы. Это мы с вами, люди. Сила в нашей правде, которую мы привыкли скрывать, потому что боимся чужого.